Всем привет, с вами я, Атер Иван или просто Иван, и сегодня у нас будет такое немножечко дискуссионное видео, и от этого не менее риторическое. Почему, узнаете, ну, дальше по видео. Как вы помните, если вы давно следите за моим каналом, год тому назад, ну может немножечко меньше, месяцев 8, вышла довольно интересная рубрика, названная «Анимациями от подписчиков». Она была довольно успешной, то есть она понравилась, как бы вышло даже две серии, но после второй она загнулась. Почему, спросите вы меня? А все очень просто. Никто мне после второй серии анимацию не прислал. И, соответственно, ну, рубрику не с чего делать, и выпуск так и не вышел. Смысл рубрики прост. Вы мне присылаете свою анимацию, я ее критикую, оценю, выставляю ей по 10-бальной шкале оценку, ну и в принципе на самом деле все. Опять же, люди, которые мне присылают свои анимации, получают критику, хоть и не 100% объективную, но тем не менее критику, исправляют свои недочеты и улучшают качество своего продукта. А также они еще пополняют свою фан-базу, так как как-никак меня люди смотрят и потом переходят по ссылочкам и, ну понимаете, то есть известность какая-никакая хоть становится... Не намного больше имеющийся, скорее всего, но тем не менее, все равно, опять же, больше людей знают о вашем контенте. Опять же, ребят, если у вас есть анимация или канал, посвященный анимациям, то вы можете отправить его мне, получить критику и так далее, тому подобное. Опять же, если вам это интересно. Свои работы вы можете присылать мне либо в комментариях под этим видео, либо в группу ВК в специальное обсуждение. ВК я посмотрю быстрее, потому что YouTube, сами понимаете, какой он медленный, и оповещение по полгода доставляет, так что я могу не сразу среагировать на вашу анимацию. Ну или канал, опять же, с анимациями. Так что такие у нас получаются дела. Почему это видео риторическое? Да все просто, если мне после этого видео... никто анимацию не пришлет, то, ну, все, в принципе, минус рубрика, как бы. Так что, такие у нас получаются дела. Всем спасибо и всем пока.